Всем привет! Друзья, поговорим сегодня о преимуществах нахождения в самоизоляции. Если вы всегда мечтали научиться готовить, то сейчас самый лучший момент для этого. Вот, практикуемся в приготовлении борщика. А если у вас постоянно не хватает времени на саморазвитие, то сейчас это тот самый момент, когда стоит заняться тем, чем вы давно хотели. Например, выучить английский. В конце концов, займитесь спортом. Это как раз именно то, что нам нужно к лету. А еще карантин – это повод наконец-то выспаться. И, конечно же, карантин – это повод привести свою кожу в порядок и позаботиться о ней. Можно пересмотреть все свои любимые мультфильмы и сериалы. Это же круто! А еще в изоляции открываются творческие чакры. Друзья, поэтому предлагаю расслабиться, отпустить ситуацию и получать удовольствие от того, что сейчас происходит.